Социально-экономическое развитие Африки не состоится, если не модернизировать систему образования на континенте. В этом уверены участники диалога высокого уровня, который ЮНЕСКО организовала в Пекине. В мероприятии приняли участие более 400 политиков, чиновников, представителей сферы культуры и образования. У Африки богатые ресурсы – и природные, и человеческие. Там нет множества проблем развитых стран, таких как старение населения. Но чтобы конвертировать эти возможности в реальный производственный и человеческий капитал, необходимо образование. Равный и инклюзивный доступ к образованию – одна из целей устойчивого развития ООН. Она указана и в дорожной карте Африканского союза до 2063 года. Ускорить ее достижение может цифровизация образования. Чтобы реализовать эти планы, нам нужна инфраструктура для информационных технологий. Нужен доступный интернет. Без этого все преимущества образования в полной мере раскрыть невозможно. Китай уже делает конкретные шаги в этом направлении. Совместно с африканскими странами КНР создает региональный центр сотрудничества в цифровом образовании. Еще 4 центра будут готовить педагогов, учить китайскому языку, распространять опыт в организации профтехучилищ. 40 тысяч преподавателей из Африки пройдут переподготовку в Китае в ближайшие 3 года, а 100 китайских и африканских вузов включат в совместную программу образовательных обменов.